лежу лицом к полу, и как бы все начинают оскорблять, знаешь, на тебе куча гадостей. А когда чувак плюнул, меня пнул. Да? Да, да. Можно ли? Нормально на газоне. Не, на газоне будет так, знаешь, на газоне уже сделали, а то... Нормально, как они будут старально. А как раскрыть? А куда мы идем? Я не понимаю, что тут происходит. Сходим подальше? Сходим в милицию. Смешно. Ну, водитель-то стоим у вас, проверим, что вы. Все ли с вами нормально? Может, вы подвозите каких-либо веществ? Или вы просто говорите свои данные, мы узнаем, все нормально, все будет дальше. И как вас закрывает, как открывается? Спасибо. Спасибо большое, да. Я поняла, что вы хотели отправить меня в психбольницу. Это прекрасно. Похоже. Да, очень приятно. Вот знаете, человек после пыток, после насилия, он чувствует себя вот примерно в таком объекте. И ему действительно очень сложно тогда вписаться в реальность, и тот факт, что вы хотели отправить меня в психбольницу, он, конечно, наверное, очень символичный, потому что есть травма, и с ней очень как бы тяжело жить. Я думаю, что если бы вы так или иначе хотели что-то сделать, вы могли это сделать, вызывать. Здесь написан текст, я пережила пытки. Ваш организатор там писал. Мой организатор жизни. Бывает очень часто, что люди, ну, типа, стоят, они тупят, они хотят что-то сделать, но, типа, либо они боятся, либо не понимают. То есть можно как бы им сказать, что вы, типа, если хотите, можете, типа, не знаю, все что угодно сделать, освободить, замотать, то есть, ну, это как бы... Сейчас у нас было явление, это все называется, явление груза возле Успенского собора, и на самом деле реакции, как обычно бывает, очень-очень разные случились. Наверное, самое важное для меня была реакция, это когда вот Валя разговаривала с прохожими, и она спрашивала у них про то, знают ли они о пытках, слышали ли они что-то о пытках в закрытых учреждениях, и несколько человек ответили, что вот как бы мы сейчас в процессе, мы об этом узнаем, и на самом деле какое-то информирование в том числе, это тоже было важной задачей, и это тоже важно, что люди действительно читают тексты, люди подходят, конечно, не все, конечно, какая-то часть, они подходят и читают вслух, и когда это чтение вслух текста о пытках, о переживании пыток, о чувствах, которые человек испытывает, пережив пытки, когда чтение вслух происходит, это, ну, тоже какая-то для меня достаточно сакральная, наверное, вещь. И самый, наверное, такой кульминационный для меня был момент,
что женщины подошли, и они все-таки попытались, люди, да, так тоже часто происходит, люди боялись что-то сделать, они вроде хотели, они не понимали, что они могут сделать, подошло несколько женщин, и они стали меня разматывать, и даже позвали своих спутников, мужчин, для того, чтобы как-то они им помогли, но никакой помощи тоже от них не последовало, и, собственно, поэтому они психанули, решили вызвать полицию, ну и получается, что звонков, ну, не знаю, порядка, наверное, 3-5 поступало, и главная причина этих звонков, как я понимаю, была, с одной стороны, в том, что люди не понимали, что с этим делать, и ждали какой-то помощи от сотрудников полиции. В Москве, кстати, это тоже очень частая реакция. Другое – это то, что люди, ну, не хотели так или иначе, чтобы это здесь находилось. Им казалось, что этот объект, в котором я пребываю, он, не знаю, пугает их, пугает детей, что это неприлично, это странно, это непонятно. И, конечно же, вместо, кстати, того, чтобы насильно убрать меня тоже, я не исключаю такой возможности, люди, вот, да, решили обратиться к сотрудникам полиции. Но, конечно, самый ценный момент в общении с сотрудниками был в том, что несколько, собственно, полицейских разговаривали с людьми, и один из сотрудников даже попытался объяснить смысл акции. Очень интересно, что они все это прочитали, они как бы так или иначе, я надеюсь, поняли, о чем идет речь, и действительно нескольким людям сотрудник полиции как-то объяснял смысл и тоже предлагал что-то сделать, тоже говорил, что если вам не нравится, вы можете это отсюда убрать или освободить, но, к сожалению, никакой реакции от людей не последовало.